Всем привет! Сегодня я вам покажу, как же можно из обычной палки сделать удочку для ловли мирной рыбы за 5 минут. Для этого нам понадобится крючок, леска и сама палка. Сейчас мы пойдем спилим палку, и я включусь. А перед просмотром данного видеоролика переходи на канал, нажимай красную кнопочку подписаться. Сделай ее серенькой, обязательно подписывайся, ставь лайк и пиши свой комментарий. Ну а я начинаю. Так, ну что же, вот я нашел нашу палочку, которую мы сейчас спилим, и сделаем из нее удочку. Вот такую палку я спилил для нашей будущей удочки. Приступаем к изготовлению нашей удочки. Берем, очищаем вот это перо от перьев. Так, аккуратно очищаем. Потом можно будет вот сюда одеть резиночку, или вы можете взять изоляцию от любого провода. Напишите свой комментарий, кто-то ходил или был на рыбалке, или маленький, может, дедушка, прабабушка, кто-то из ваших родных ходил на рыбалку с такими удочками. Делал и ходил с такими удочками на рыбалку. Так, отламываем здесь. А вот это беленькое оставляем. Я думаю, нам хватит столько. Я взял вот такую вот резинку. Вы можете взять изоляцию от любого провода, как я уже сказал. Берем леску. Вот, леску мне. Обычно отматываем. Берем нашу палку. Отрезаем лишнее. Отрезали. Так, теперь делаем столько, чтобы у нас хватило на всю длину нашей удочки. Берем перо, берем изоляцию. Продеваем на нашу леску изоляцию и вставляем перо. Вставили вот так перо мы. Так вставили перо. Потом привязываем наш крючок. Еще нам понадобится грузик. Так, перевязали, отрезаем лишнее. Отрезали лишнее. Вот такой поплавок из пера я сделал на нашу леску. Крючок также. Использовал я вот такой вот крючок. Теперь сейчас я принесу грузик, сделаем на эту удочку грузик, и уже можно приступать к рыбалке. Так, ну что же, вот я нашел у себя вот такой грузик, вы можете взять поменьше. Сделаем сейчас где-то на леске вот здесь вот грузик, зажмем его плоскогубцем. Все, зажал я наш грузик плоскогубцами. Теперь можно идти ловить рыбу. Всем тем, кому понравился мой видеоролик, как я сделал вот такую удочку, подписывайся на канал,
ставь лайк, пиши свой комментарий. Мы будем обязательно читать. Ссылочки на Twitch, Instagram и группу ВКонтакте будут в описании. Переходи и смотри. Обязательно подписывайся на канал. Всем огромное спасибо, кто меня смотрит, кто пишет комментарии и кто подписывается. Всем огромное спасибо. Ну а я прощаюсь с вами. Желаю всем удачи, ни хвоста, ни чешуи. Всем удачи, всем пока!